Всем большой привет, всем здравствуйте. Достался мне по случаю вот такой вот токарный патрончик. Ну, патрончик по металлу, но благодаря переходнику, видимо, народ пытался его тут сколхозить. Видите, вот сварка, тут еще что-то на токарный по дереву. Но токарный по дереву мне пока не нужен, а мне нужен маленький патрончик. У меня есть иногда работы такие маленькие, вот такие пэцельные. И делать их вот в таком 315-м патроне тяжеловато. И я приспособился. Можно поставить этот патрон вот сюда. И маленькими губочками можно зажимать маленькие детали. Ну, это как-то более, ну, более симпатично, что ли, получается. Тем более, что тут у меня в кулачках выточки. И маленькие детали, зажатые туда в глубине, уже здесь не выглядывают. Помыл, почистил я его немножечко. Вот он такой хотя бы без ржавчины стал. Сейчас моя задача его поставить сюда, зажать, прям кулачками зажму и расточить сами вот эти кулачки, потому что они, ну, честно говоря, в ужасном состоянии. Ну, в общем, вот на сегодня вот такая небольшая задача. Зажму, чтобы шляпки болтов провалились, вот эти проемы для кулачков. Да, мне так больше нравится. Thank you.
таким патрончиком намного проще делать вот такую ювелирку. Получается вот такой штуцерок один, штуцерок второй. Но мне нужен был уголковый штуцерок. С цельного металла, куска металла делать у меня нету такого большого толстого кусочка. Поэтому сделал вот из маленьких, сопрягаемый вот такой. Сейчас затянем, закрутим, покажу куда это. А нужен этот штуцерок для комплектации вот таких горелки. ТИК-горелки, горелки для аргона. А вот все дело в том, что вот есть разъем. Вот сюда вкручивается штуцер. Вот. Но родной штуцер неизвестно где и когда был, извините меня, просратый. Этот штуцерок буквально с полиэтилена такой сделанный. Если найду фотку, я вставлю. Где-то он поломался, сломался. Поэтому вот заказывать только на Алиэкспрессе. Продажи их нету. Готовых вот таких подобрать штуцеров в продаже в интернете тоже не получилось. Ну, есть так станок. Приходится иногда вот такие нетрадиционные заказы делать. Давайте вот так покажу. Вот. Это для аргона. Контакт масса. Пошел здесь оплетка. И по этому же шлангу потом заходит аргон через вот такой штуцерочек. Вот он закручивается. Сейчас я. Вот, вот он закрутился, подтянулся, и все. И аргон зашел и пошел в рукав дальше. Ну, а потом аргон здесь вот выходит под колпачок, игла, вольфрам, все это горит. Ну, принцип работы аргоновой сварки с вольфрамовыми электродами я вам рассказывать не буду. Мы сегодня сделали просто вот такую маленькую ювелирную токарочку, благодаря вот такому маленькому патрончику. Ну, в здоровых кулачках это неудобно делать. С маленькими попроще. Давайте сейчас соберу, как оно есть. Вот. Здесь вот еще и пластмасска заходит и полностью сюда закручивается. Сейчас, секундочку. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот он есть. Все. Его можно собрать будет на красный герметик резьбовой, или на фум-ленту, или вообще припаять. Это уже хозяин пускай сам решает. Раз умеет аргоном варить, ну, шлатоньки как-нибудь загерметизирует. На этом все, ребята. Сегодняшний ролик заканчивается. Небольшой такой. Будьте здоровы. Всем вот огромный привет по диагонали. Модернизируйте свои токарные станки. Да, как бы сейчас сюда маленький такой станочек, хорошо бы. Но пока нету. Принимаем донат. Всем пока.